Итак, это известная баллада из группы Scorpions. Вступление у этой баллады. Мы будем играть его в первой позиции. Начнем с пятой открытой струны. Итак, пятая открытая струна. Далее мы зажмем ее на втором ладу. И далее будет пятая на третьем. Вот в этот момент, когда мы будем зажимать пятую на третьем, третьим пальцем, мы поставим к этой струне еще и весь аккорд С. Вот он нам понадобится для арпеджио. Итак, еще разок. Пятая открытая, пятая на втором ладу, пятая на третьем, и вместе с ней мы зажмем четвертую на втором и вторую на первом. Таким образом мы зажмем весь аккорд С. Еще разок. Пятая открытая на втором ладу и аккорд С. Вот. Далее, после пятой на третьем, мы сыграем уже зажатые струны на аккорде С. Это будет вторая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая и вторая открытая. То есть мы полностью убираем пальцы левой руки. Еще разок. И вторая открытая. Ну, таким образом. В правой руке. Далее мы ставим аккорд G. Здесь зажимаем шестую на третьем, вторую, точнее пятую на втором и первую на третьем. Здесь мы будем играть струны. Шестую, первая, вторая, третья, первая, вторая, третья и открытая первая. Еще разок. Шестую на аккорде G. Первая на аккорде G, вторая, третья. Первая, вторая, третья и открытая первая. Далее у нас пойдет аккорд, состоящий из четвертой струны, значит, четвертая на третьем, третья на втором и вторая на третьем. Здесь мы сыграем четвертую сначала, потом первая, вторая, третья. Так, еще разок. Четвертая, первая, вторая, третья. Далее сдвигаем четвертую и третью. Значит, четвертую мы зажмем уже на втором ладу, а третью на первом. Вторая же у нас остается тоже на третьем, как и была. Играем то же самое. Четвертая, первая, вторая, третья. Итак, еще разок. Сначала четвертая на третьем, третья на втором, вторая на третьем. Играем четвертую, первая, вторая, третья. Далее сдвигаем четвертую на второй лад, а третью струну на первый лад. Играем в правой руке то же самое. Четвертая, первая, вторая, третья. И далее ставим аккорд АМ. В правой руке мы на аккорде АМ сыграем струны пятая, первая, вторая, третья и первая. Через разок. Пятая, первая, вторая, третья, первая. И далее все повторяем сначала по пятой струне. Пятая открытая, вторая.